И в завершение. Кто на свете всех милее из четвероногих? В столице открылась интернациональная выставка собак. Сотни пород, от привычных до экзотических. За звание чемпионов борются 15 тысяч участников. Оценивать их красоту будут эксперты из более двух десятков стран. Кому это испытание дается тяжелее, владельцам или их питомцев, выясняла Ирина Куксенкова. Почти 300 пород из 400 существующих в мире. В выходные можно увидеть на интернациональной выставке собак «Россия-2017». За несколько часов до старта начинается приготовление. Сложный и длительный ритуал. Мытье, сушка, укладка, которые занимают дольше времени, чем сборы самих хозяек. Меня саму минут 30 нужно уложить. Мне кажется, даже накраситься этого хватит. А его нужно дать часа два. Общее количество участников в этом году 15 тысяч. Помимо популярных в России пород, тут можно увидеть и совсем непривычные. Вот самый крупный участник выставки – ирландский волкодав Яша. Размеры впечатляют. Рост в холке под метр, вес больше 70 килограммов. В день Яша съедает 800 граммов корма, в два раза больше, чем средняя собака. Несмотря на грозный вид, Яша очень стеснительный. Супруга захотела как бы адекватную, ну как адекватную, такую на даче, чтобы вид создавал охраняемую собаки. Ну, в общем-то, они добрые, хорошие, только чисто вид. Вот поэтому у нас появился ирландский волкодав. Заводчики могут часами рассказывать про своих питомцев, знают все детали истории выведения породы. Оценивать выступления будут 59 судей из 24 стран. Критериев отбора лучших собак множество, от телосложения до блеска шерсти. Я видел российских заводчиков и их собак на многих мировых док-шоу. И я очень впечатлен качеством российских питомцев. Это действительно собаки мирового класса, и они сегодня имеют все шансы на успех. Здесь прекрасная атмосфера и очень профессиональные судьи. Чтобы у питомца была такая пышная и белоснежная шерсть, нужна особая диета – гипоаллергенный корм. Заниматься надо с любой собакой, уделять время. И как и в любом спорте, достигается только трудом. Без этого так просто выйти в ринг и показаться нет. И социализация собаки, в первую очередь, начиная с щенка, надо показываться, чтобы привык он. Социализация очень много тоже значит, чтобы не бояться звуков, музыки, аплодисментов. Для каждой собаки участие в такой масштабной выставке, конечно же, стресс. Пожалуй, еще больше, чем для владельцев. Многие животные, несмотря на вес и размер, просятся на руки к хозяевам. У него стресс от того, что он от меня сейчас уйдет. А как они вообще стресс переживают? Как люди заедают? Нет, ничего не ест. Запивают, наверное, скорее. Сейчас конкурс продолжается. На 44 площадках судьи выбирают лучших. Победители получат кубки и, главное, признание специалистов. Клички чемпионов станут известны в ближайшие часы. Ирина Куксенкова, Владимир Гриневич, Вячеслав Манихин, Екатерина Казаченко, Сергей Кузнецов и Владимир Павлюков. Первый канал.